Подпишись на канал. Друзья, добро пожаловать на Game Studio. Зовите меня Джекман, и мы продолжаем проходить третьего Ведьмака. Так, что у нас там дальше в ведьмачьих заказах? Заказ «Неуловимый Эвор». Днем зайти на рынок и поговорить с Сильвестром Амелло. Новиградский купец Сильвестр Амелло вывесил на доске объявлений просьбу о помощи. Нужно было выследить вора домового. Купеческая гильдия досаждала загадочное существо, которое таскало товар из купеческих лавок. Геральт решил взяться за задание. Нужно днем зайти на рынок. А у нас сейчас практически ночь. Ну, давай помедитируем. Так вот. Нечего языком трепать. Ты бедна и голодна. Чего ты здесь ищешь, злодей? Мое почтение, мастер. Я по поводу заказа. У тебя правда неприятности с домовым? Может, это у тебя не все дома? Я попросил бы, мастер. Я знаю, что такие твари вроде только в сказках бывают. Но я-то своими глазами видел, как он мой прилавок обчищал. В смысле, вроде в сказках бывают? Ты как бы в сказке живешь, чувак. Тут и не такое бывает. Ну хорошо, и как это твой домовой выглядит? Как гнусный, толстый кошак. Но большой. Вот до сюда мне доходил. И на двух ногах бегал. Домовой кошак? Это что-то новенькое. А что он у тебя стащил? То хлеб, то рыбу, то яблоки таскает. Вроде ничего такого. Но курочка по зернышку и дело начинает приносить убытки. Впрочем, это не только меня касается. Нет, он уже с каждого прилавка что-то свистнул. Ну так как? Попортите ему шкуру серебряным мечом. Зависит от того, сколько ты заплатишь. Если добавишь что-нибудь к награде. Спрос на ведьмаков большой, предложение невелико, так что заказов у меня хватает. Так. Давай, до 310 поднимем. Многовато. Но вижу, мы близки к компромиссу. Да нормально, в смысле многовато. Ну давай 305. Многовато. Да ты заколебал, жадина. Умеете вы торговаться, мастер-ведьмак. Ладно, по рукам. Успокойся, я тебе помогу. Мелкие предприниматели – основа здоровой экономики. Спасибо, мастер. Не знаю, пригодится ли вам это, но когда я последний раз видел этого воришку, то он вон там через стену перепрыгнул, а потом вбежал в ворота. И только я его и видел, и товар мой. Худеть, голодными не ходили. Смотрите, выбирайте, пока время есть. А то, как закрою лавочку, приду только в субботу. Ну и лапище. У тебя под прилавком. Действительно. Кот переросток. Ага. Огромный. Чё дрыхнешь, стражник, блин? Тут у тебя коты-переростки бегают. Ну-ка, проснулся, бля. Ведьмак. Ведьмак.
За что тебе деньги-то платят? Но ты гляди, гляди. Гигиена в этом городе. Бедно. На том и голодно. На том же самом уровне, что и личная гигиена его жителей. Давайте, давайте, люди. Всем не хватит. Я бы не купил даже тоже за то. Тоже хочешь подзаработать? Тоже дрыхнешь? Проснулся. Не дури. Работай давай. Сушеные грибы, милстарь, на рыбах их заёк. Похоже, домовой потерял часть добычи. Без тебя мы бы его не поймали. Еще след. Коготочки? А, ты смотри, паразит по стенам побежал. А я так не умею. Очередной приблуда из Тимерии. И как догадался, если то, что это городской корона? Отважный, как ты. Прыгнул в ров, след обрывается. А, вон там вижу следы. Тоже сейчас прыгну. Ну я не кошак, но там вода. Тут, надеюсь, глубоко. Я не разобьюсь. Ну, была не была. Нормально. Не понял. Тут следы кота большого, а тут следы человеческие. Это оборотень, что ли, какой-то? Типа перевертыш? Здесь еще отпечатки лап. А вот уже башмаки. Неужели кот в сапогах? Кот в сапогах? Да не, это какой-нибудь оборотень. Дверь нараспашку. Интересно. А баба к котелку. Есть кто? Ну-ка. Вроде все тихо. Записулька. Письмо. Вот это да. Ученый у нас домовой. Да не домовой это. Это что-то посерьезнее. Яна, прошу тебя, лучше уж кончай с этими глупостями. Может быть, я тебя удивлю, но огромный кот остается у людей в памяти. Почему ты не примешь какую-нибудь более безопасную форму, как я? Я уже 3 года хожу в теле нищего, и никто не обращает на меня внимания. Так это доплер, ё-моё. А какие заработки? И воровать бы тебе больше не пришлось. Ну так как? Если что, я порекомендую тебя королю нищих. До следующего письма. Людвиг. Постскриптом, сожги это письмо, когда его прочтешь, ладно? Постскриптом. Да, я знаю, что я параноик, но сделай мне приятное и сожги его. Постскриптом. Если я приду к тебе и найду его, будешь мне должен пиво. Доплер. Это многое объясняет. И осложняет задачу. Чтобы его выследить, нужен четкий след. Так, ладно. След подождет. Сейчас мы обворуем воришку. А чё, он крадет у купцов, я украду у него. Чё, тут больше ничего нет? Пойдем посмотрим, что наверху. Что-то вон красненькое. Сейчас полутаем и посмотрим, что там. Дамская блузка, мужская рубашка, детские башмачки. А кровать одна. Лаванда. Горная лаванда. Сильный запах. Хватит, чтобы его выследить. Почти запел. Лаванда. Горная лаванда. Очень старая песенка. И я помню только вот эти вот слова. Так.
Запах иногда четко видно, а иногда еле проглядывается. Больше ничего нет. Был еще хлеб, но я его выронил, а возвращаться было боязно. И правильно. Если с тобой что-нибудь случится, мы умрем с голоду. А вот и попался, да? У него еще и этот есть. Товарищ, эльф. Храмовый стражник. Эльф и стражник вечного огня поглощены дружеской беседой. Редкое зрелище. Дружеской? Этот расист остановил меня для обыска. Без всякой причины. Ты нелюдь! Какая тебе еще причина? Твое счастье, что я ничего при тебе не нашел. Марш в лес, на свирельке играть. Ой, дурачок, я ж все слышал, блин. Так, хороший запах, из тебя скверный актер. Ну давай поприкалываемся. Хорошо от тебя пахнет. А говорят, все стражники немытые хамы. Ты оскорбляешь офицера при исполнении, мутант? Чья бы корова мычала? Я знаю, что ты доплер и клептоман. Меня торговцы заказали. Вечно да стоит. Одно и то же. Эй, стой! Да не переживай ты, я не сдам тебя. И убивать тоже не буду. Давай поговорим. Да стой ты, блин. Ты правда хочешь увидеть, как выглядит бешеный ведьмак? А ты? Он что, ведьмака превратился? Я постарел. Не-не-не-не-не-не, я не хочу его убивать, блин. Ну-ка прекращай. Геральт, давай мы его не будем убивать, ладно? Ух ты, нихрена себе, он еще и знаками может пользоваться. То есть он вообще все способности перенимает, он не только может превращаться. Нихрена себе. Ну да, считай, он в кота превратился и ползал по стенам. А, о, еще и бьет сильно. Так, где у меня там квен? Блин, он круче меня. А, так сейчас же убьет меня, блин. Перестань, я сдаюсь. Видишь, мало выглядеть как ведьмак, чтобы драться как ведьмак. Но достаточно влезть в твою шкуру, чтобы понять, что ты за человек и что ты чувствуешь. Тебе надо бежать из Новиграда, а для тебя я сделаю исключение. Доставай оружие. Ага, конечно. Нет, мы его оставим живых. Правда, не убиваю. Но не все такие совестливые, так что лучше отправляйся красть куда-нибудь еще. И лучше подальше от Новиграда. Тут золотой век для доплеров уже закончился. Я знаю. Но я думал, что меня-то никогда не поймают, что я умнее. Что же, я мог получить урок похуже. Пора отсюда убираться и как можно дальше. Но сначала возьми вот это. В знак благодарности. Да не стоило что-то. Собирался и пошел. Так, и что он мне дал? $215. Чертеж гномский гвихир. Что за гвихир? Что это, меч или что это? Топор. Ой, смотри, тут восклицательные значки. Два штука аж. Но я сначала помедитирую. Во-первых, надо, чтобы прекратился этот гребаный дождь. Во-вторых, надо восстановить жизни. Чёрт бы побрал такую погоду. Я ненавижу этот дождь вообще. Ну что это за фигня? Дождь, ты чё? Нет, я ещё подожду.
Нахер. Не хочу ходить под дождем. Ну, пожалуйста, дождь, прекращайся. Все. Так, что у нас тут? Умоляю, помогите мне! Прочь, не вмешивайся! Умоляю, у меня жена, дети, пощадите! Слишком поздно, отравитель. Ты сдохнешь. Эльфы сжали человека. Ну-ка. Что тут происходит? Этот Дейне продавал фиштех молодым эльфам. Грязный товар, от него каждый второй умирает. Лжа! Они хотят меня убить и ограбить. Помоги мне, умоляю! Ты продавал яд. Жаль, ты не видел, как бьется в конвульсиях и умирает молодой парень. Все эльфы ненавидят людей и мечтают о мести. Только почему я виноват в том, что ваш народ исчез? Заткнись, гнида. Так, нет доказательств, что он продавал грязный фиштех. Делайте с ним что хотите. Проверим, есть ли у него фиштех. Да, действительно, давай-ка проверим. Надо проверить, есть у него при себе фиштех. Мы уже даже башмаки его проверили. Ничего. Ублюдок уже продал весь товар, но это не значит, что он невиновен. Не-не-не-не, подождите, пацаны, так не пойдет. А, Геральт, почему бы не использовать Аксий, например, и допросить этого чувака насчет фиштеха? Или, не знаю, воспользоваться своими ведьмачьими там способностями. У него же очень хорошо развито обоняние. И он же может просто понюхать. Если при нем был фиштех, то от него бы воняло фиштехом. Ну, Аксий-то можно было бы применить, да? Вот самое место применить Аксий. Он у меня прокачан. Какого хрена его здесь нет? Теперь я даже не знаю, что делать. Если я скажу, что нет доказательств, что он продавал грязный фиштех, то, скорее всего, завяжется драка, и я убью трех эльфов. Делайте с ним что хотите, тогда, возможно, погибнет один невинный человек. Вот что делать-то? И просто уйти не могу, да? Ну вот, вообще-то есть просто уйти, делайте с ним что хотите. Блин. Ну нет доказательств. Я не вижу никаких доказательств, что этот человек торговал фиштехом, тем более грязным. Я не позволю его убить. Тогда ты умрешь сам. Зря ты, Вадгерн, встал у нас на пути. Ну, они на меня напали, сами виноваты. Ну, сколько мне еще ждать? О, жестко. Не хотел я этого, но сами виноваты. Спасибо, ведьмак. Сучьи эльфы нашли предлог, чтобы меня ограбить. Прошу, прими это в знак благодарности. Так, ладно, 50 крон заработал. Тут что за восклицательный знак? Все едут и едут. О! Эй! Хватит, оставьте его. А то что происходит? А ты что у нас, любитель нелюдей? А что происходит-то, собственно? Я даже ничего не понял. Я очень не люблю повторяться. Оставьте его в покое. Эй, парни! Тут один нарывается. Надо ему показать, что бывает в Новиграде с любителями выродков. Ой, твою мать. Иди, иди сюда. Там я эльфов прикончил, которые приставали к человеку. Тут я человеков кончаю, которые пристали к эльфам. Ой, ты твою мать. Спасибо, Вадгерн. Если бы не ты, мне бы отрезали уши, как Фаэлару. Или еще того хуже.
Но за что? Что здесь произошло-то вообще? Может быть, они не виноваты ни в чем? Может, я не за тех заступился? Я просто подошел и сразу такой: оставьте их. Хоть бы спросил, что происходит. На вашем месте я бы уехал из Новиграда. Надо же. Тебе тоже мешают нелюди? Мне нет. Зато вечному огню уже да. Пока что у них есть другие жертвы, но скоро возьмутся и за вас. Да ладно. Так далеко они не зайдут. Я был в Ривии в 68-м, во время погрома. Я знаю, о чем говорю. Давай, короче, береги себя. Берегите себя. Это как? Что ты нам предлагаешь? По домам сидеть? Уступать дорогу, если человек идет? Прощайте. Че, огрызается на меня, придурок, блин? Я ему жизнь спас, а он огрызается, прикинь. Хоба! Дай бы мне чего-нибудь от боли в животе. Мое почтение, мастер. Дело сделано. Я убедил домового вернуться в деревню, заплетать гривы лошадям и ссать в молоко, как велит обычай. Откуда мне знать, что вы правду говорите? Нет трофея, нет и награды. Лучше, чтобы все-таки было, а то как подействует на тебя невидимая рука рынка, так ты неделю на заднице сидеть не сможешь. Я дам половину того, на что договаривались. Не больше. И никаких дел с тобой иметь не буду. Ну, так-то справедливо, конечно. А то, как закрою лавочку, ну ладно. Только в субботу. Черт, мне доплер неплохо заплатил. Вечный огонь, не дай меня в обиду. Так, ладно. 150 получил. Хорошо. Хорошо. Теперь. Теперь. Что теперь-то? Открываем карту. И смотрим. А, подожди, сколько у меня тут? 115 груз. Надо бы это самое, продать все вот это вот лишнее. Чего? 1194? Как минимум за 500 продам. Черный единорог. Так, ладно, подожди. Торговец. Мне нужен бронник. Вот, вот сюда надо это мне идти, вот сюда, вот в эти края. Не крутись тут. Эх, и жить не хочется. Ох, что ж творится? Само твое присутствие оскорбляет вечно. А вот кузнец. Что-нибудь наточить? Перековать? О! В карты можем поиграть. Но это подожди. Сейчас. Покажи мне свои товары. Сначала мы ему продадим. 417, 463, 819, черный единорог. Неплохо. А у него денег больше нет. Ха! Ну, давай, что ему там, сапожки продадим, что ли? Так. Ну, давай дубинки вот эти вот загоним, что они там копейки стоят. Хотя у него, наверное, даже денег не хватит выкупить у меня все дубинки. Все. Все. У него больше денег нет. 25. Вот ему сейчас кайло продадим еще. Сейчас он мне починит все. У него денежки поэтому. Вот. Не понял. Нет, надо починить. А, только меч, что ли, можно было починить все?
Но это я чинить не буду. Убрать улучшение. Разобрать. Лавка. Ну-ка, что он продает то вообще? Масло. Просто компонент. Сок. Это что? Пятая эссенция. Что за чертежи? Ремонтный набор. Рунный камень заря. Сварк, ну понятно. Короче, рунные камни всякие. Пергамент. Арбалет. Давай играть в Гавинт. Правда, у него... А, нет, я ему сотку уже заплатил за ремонт. Я хочу деньги сыграть в карты. Тик. У него чудовище. Так, дудочник, дудочник. Ну, неплохо. Но я бы вот одного такого парня бы выбросил. Вот. Тут хороший пацан пришел. И вот этого парня тоже выброшу. О-о-о! Три дудочника. Ну, блин, три дудочника много. Лучше бы одна погода была. Два дудочника и одна погода. И вот сердечко нет, блин, жалко. Ну, сразу вот так вот сходу. Может, сердечко получим? Да, сердечко получили. И еще две карты можем взять. Отлично. Ой-ой-ой, а зачем он так ходит-то? Зачем ты стараешься, придурок? Ты и так побеждаешь. На. Вот тебе еще. Ой, еще сердечко. Прекрасно. Он прям вообще старается. Ну на, дурачок. Ой. Он что, дурак что ли совсем? Почему он так старается-то в первом раунде? Ну. А... Подожди, сейчас. Две карты. Две карты. Какие надо? Ну, давай... Вот так вот сделай. Я потом эти две карты восстановлю. Ну пусть все выбросит. Он сейчас, кстати, спасует. Я же сказал, он сейчас спасует. Ну и пять карт осталось. И я спасую. Прям такой, знаешь, рвется в бой. Так, одна карта у него осталась. Ну, теперь, вот так вот сходим. Ой. Ну, мне сейчас нельзя никак проигрывать. Противник спасовал. Дурак ты, противник. Ой, дурак. Кстати, я сам дурак. Блин, а можно отменить ход? Я сейчас тупо поступил вообще. Ну ладно. Ничего. Так победим. Да у него то, что там, фигня будет по-любому. О, я еще и карту получил. Хорошо. А, я хожу? Давай вот так вот скажем.
на эти вот козырные карты дудка не действует. Дудка действует на обычные карты. А обычных карт у меня вот одна штука, но я сейчас еще одну карту такую воскрешу. А! Я вот так вот сделаю, ё-моё. Вот так вот сделаю. Красиво! Эй, ну-ка, блин, козлина сраная. Все равно одна карта осталась. Одной картой ничего не сделаю. Хотя, если там есть шпион... Хотя, откуда у монстров шпион? Бес. Обычный бес. Все. Он просрал. Ну, я, конечно, на всякий случай все равно выкину. Не знаю, мало ли там какой-то супер удар есть у чудовищ после паса. А, у него же нулька. Так, 20 крон и... Какую карту дал? Киран. Высокие ставки. Дизайн дополнен. В смысле? Ну-ка. Высокие ставки. О, смотри, 5 из 5. Вернуться к писарю с сильной колодой золотой статуэткой короля и 1000 крон вступительного взноса. Отлично. Но это потом. Сейчас нам надо оставшееся барахло продать. Где? Где броник-то? Броник где? Вечный огонь. Смилуйся над этими бедными нелюдьми. А где броник? Мне так нужен. А, вот появился. Ты куда ходил-то? Сать? Мечи высший сорт. Ладно. Покажи мне свои товары. Так, покупай, вот хорошо, покупай, покупай, покупай. Так, тоже забирай, 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 и еще, ну-ка, что-нибудь есть еще у меня. Вот, трофей. Трофей суккуба. 5% дополнительное золото? О, так вот надо какой трофей-то таскать. Трофей полуденницы, дополнительный опыт за смертельный удар по человеку. Это нам нахер не надо. Это нам не надо, это мы продали. Ну и все, все. А что он продает, кстати? Давай посмотрим, что у него продается. Чертежи, вот. Ну-ка, вот, что за чертеж? Пергамент. Ремонтный набор. Дымный глиф. Понятно, короче. Это что такое, ну-ка? Золотой слиток. Будь здоров. Фак. Ну, меточку можно с карты теперь убрать. А, кстати, что за там такой продавец вообще? Маркус Т.К. Ходгсон. Книгами торгует. А, кажется, я здесь уже был. Ты вернулся? Покажи мне свои товары. Да, покажи-ка мне свои покажи товары. Покажи мне твои книги. Ничего интересного. Хочешь, я тебе свои продам? А что, книги не покупает, что ли? Че, почем ему? 3. Одну оставлю. Не, подожди. Да, блин, я хотел одну книжку оставить.
О. Так, вот так вот. Хорош. А, все, у него денежки кончились. Да ладно, короче, херней занимаюсь. Копейки кида. Может, сыграем? А может, сыграем в Гвин? Че бы нет? Не желаешь сыграть в Гвин? Может, какую-нибудь классную карту получу. Но он, блин, книжный червь. Он, наверное, очень хорошо играет. Так, 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 так. Вот два дудочника, погода, и вот еще сердечко бы вообще было бы замечательно, но сердечка нет. Ну ладно. Да, в принципе, ничего менять не буду. Так, пятерой сходил, я схожу шестерой. Ух ты, ни хрена себе. Ты что так стараешься-то, эй? Карты лидером сходи. Че? Я не хочу пасовать пока. Слишком рано. Надо побольше карт из него вытянуть. Да ладно. Ах ты, козлина, смотри, еще две карты взял. Сволочь, сволочь. Я так не могу сделать. Противник спасовал? А какого хрена он спасовал? Зачем? А зачем он так сделал? В чем прикол? Он поддался мне, что ли? Он меня пощадил, типа, пожалел? Дал мне шанс? Да нахрена мне такую карту-то дали, блин? Говенская карта. Ой, блин. Ну иди давай. Тащи другана. Вообще херня у меня получилась. Серьезный противник, серьезный. Он даже поддавшись выиграл. Он выиграл, у него 5 карт, у меня 2 карты, у меня фигня. Этого дудочника я никуда не могу применить. Я же не могу повторно, нет, не могу. А, на них не действует дудка. Им вообще посрать. У него 4 карты еще. У меня 1. Ну давай ходи, противник. 3 карты. Все. Что он творит вообще? Что он исполняет вообще? Все. Противник выиграл раунд. У него очень мощная колода. По сравнению с моей колодой, у него колода мощная. Но я не сдамся. Ты вернулся? Конечно, вернулся. Я хочу твою карту. Ну, тут я уже не буду ставить десятку, поставлю пятерку. Так, ну-ка, у меня вот чучело есть, кстати. Может быть, чучело обменяем? Чучело, кстати, полезная штука. Ну, давай обменяем. Обменяем. Вот одного такого уберем и возьмем чучело. В принципе, можно еще и вот казнь взять. Очень, кстати, неплохо было бы взять казнь. Но на что обменять казнь?
Даже не знаю. Ну давай вот на Десимира обменяем. Попробуем. Недостаточно карт? В смысле? Ну давай тогда Весемира еще возьмем. А почему недостаточно-то? Да в смысле, а что я ничего лишнего ведь не убирал? Все-таки уберем и возьмем что-нибудь. Ну, плохую погоду точно брать не хочу. Ну вот, Детмальт пусть возвращается. Все. Так, чучело. Вот мне погоду, конечно. Сердечко есть. Ну, вроде неплохо. Можно вот этого парня обменять. Ну, получше стало. Но все равно что-то как-то очково. Что я сейчас сделал? Я сейчас что сделал, ты дурак? Зачем я на ата нажал? Или что? Что-то я не понял, короче, что случилось. Так. Ну вот и иди. Зачем? Так, подожди. На кого я потом тут-то буду? Уйди. Пасую. Позвал. А я вот скажу вот так. Козёльский. Как? Чего обменять на уже выложенную карту, чтобы вернуть ее в руки? А где? Где обменять-то? Не понял. Почему? А почему я не могу? Уже выложенную карту. Я вот хочу у противника забрать вон ту тетку сердечком. Или я могу только на свои карты. А почему чужие карты не могу забрать? Блин. Ну, в этом раунде мне надо по-любому выиграть. Поэтому будем сейчас ходить крутыми картами. Противник спасовал, а какого хрена он спасовал? Зачем? Зачем он спасовал? Какого черта он спасовал?
Хорошая карта мне в руки пришла. Надеюсь, у него такой не будет. Так, 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 так. Сюда. Хорошая игра получается, хорошая, интересная. Вот сейчас интересная прямо игра. Эх, ты сволочь. Сразу прикончил обоих, бля. Сволота. Кого я могу восстановить? Блин, даже не знаю. Этого восстановлю, он за собой братюню не позовет. Поэтому придется восстанавливать только вот Весемирушку. Так. Так. Лови. Две карты. О, еще две карты сейчас получу. Что-то походу я его уделал. Слышь? Я его уделал походу. Я его походу уделал. Все, противник обосрался. Нихера я. Нормально. Ну и солнышком посветим себе. В смысле у него одна карта? А чё я разошёлся-то, я не понял. У него же ещё одна карта оставалась. А чё я разошёлся-то, придурок? Так, быстренько, быстренько, быстренько. Так, чё у нас тут? Вот-вот. Я не могу обменять, да? На козыре. Твою мать, вот я разошёлся-то, а? Сейчас же... А, блин, чё это я... Блин, ё-моё. Я ж вы... Я что-то вообще запаниковал вообще, блин. Карту давай свою уникальную. Сгнившая Петрария. Что такое вообще? Что за сгнившая Петрария? Так, ну где там по времени? Ага. Ну что, мы, наверное, сейчас уж не успеем какой-нибудь квест взять, его выполнить. Поэтому на этом мы эту серию закончим, друзья. Надеюсь, вам понравилось. Если вам понравилось, обязательно ставьте лайк. Если вы еще не подписаны на мой канал, то обязательно подпишитесь, комментируйте, нажимайте на колокольчик. Эти ваши действия очень сильно помогут развитию канала. А с вами был Джекман. Желаю всем всего самого наилучшего. До новых встреч.